Саш, фронтоны будем снизу забивать или лучше сверху? Да снизу начнем, конечно. С лестницы достанем, да? В Белгороде завершаются восстановительные работы после ракетных обстрелов со стороны ВСУ. В конце марта на улице Карачанской в результате воздушной атаки пострадали 4 частных домовладения. Подрядная организация приступила к работе в этом районе 2 недели назад. За это время мы восстановили крыши, кровли, заборы, частично стеклопакеты заменили, частично окна заменили. Самые большие сложности происходят с кровлей, конечно. С материалом. Доставка материала очень тяжелая сейчас. Потребность слишком большая и стоит на нее очередь. Несмотря на сложности, работы ведутся активно. Сейчас на одном из домов, пострадавших от обстрела, строители меняют поврежденную осколками кровлю. Отремонтировать ее планируют в течение сегодняшнего дня. Мы демонтировали кровлю. Сейчас сняли все перекрытия, получается. Сейчас ложим изоляционное покрытие. Сверху ложим доски и покрываем новым андулином, чтобы ничего не протекало. Работы будут произведены в срок, согласованы с жильцами. Мы с ними консультируемся, что им нужно, ни в чем не отказываем. А вот крыша второго дома в этом дворе полностью сгорела. И сейчас решают, как будут восстанавливать постройку. Дарья Гавронская, Сергей Елисеев, Денис Бобков, Белгород Медиа.